Народные дружинники вышли на борьбу с незаконной торговлей. Так, в Дзержинском районе нашли ларьки, где продают алкоголь. После рейдов дружинники сообщают о нарушениях в полицию. По закону только сотрудники ведомства могут привлечь владельцев торговых точек к ответственности. Что, кроме штрафов, грозит коммерсантам, расскажет Анна Братушкина. Михаил показывает бутылку пива, которую купил в киоске. Лицензию на продажу алкоголя у владельца этого ларька нет. Но купить здесь подобную продукцию можно. Хотя продавец и попросил паспорт для подтверждения возраста покупателя, объяснить, почему алкоголь есть в продаже, отказался. Нельзя продавать алкоголь на стационарных объектах в городе Новосибирске. Вы знаете об этом? Продажу алкоголя регулирует федеральный закон, но незаконная торговля процветает. К сожалению, в таких киосках также продают наркотики, также продают крепкий алкоголь. С ними проблем очень много. Этот киоск можно определить очень легко, потому что здесь половина территории, которую можно использовать под выкладку товара, по факту она закрыта. И, соответственно, непонятно вообще за счет чего и за счет какой экономической деятельности ведется здесь бизнес. В случае подтверждения незаконной продажи алкоголя, незаконной продажи табака или, не дай бог, там, курительных смесей, снюсов и так далее, у мэрии, у администрации появляются основания для досрочного расторжения договора. В Дзержинском районе торговцев-нарушителей помогает находить народная дружина. Рейды устраивают несколько раз в месяц. Адреса проблемных киосков передают в полицию. Обратиться в полицию или администрацию района могут и сами новосибирцы, но не всегда это делают. Конечно, плохо, никто не говорит. Ну вот, к сожалению, проблем сейчас много, поэтому как-то вот... Ну, наверное, пассивность тоже плохое дело, но так оно как есть, так и говорю, не вру, не говорю, что побежала бы в полицию. Отношусь отрицательно, но сама не сталкивалась в разные инстанции обращаться, писать. Вообще это работает. Если проявлять гражданскую позицию, то все работает. Кроме штрафа за незаконную торговлю, владельцам киосков грозит расторжение договора аренды земли и снос ларька. Оставить жалобу можно на муниципальном портале. Анна Братушкина и Денис Савинский, Новосибирские новости. Спасибо, что смотрите канал «Новосибирские новости». Мы рады предложить вам интересное и полезное видео. Если хотите оперативно получать информацию о жизни города, подписывайтесь на наш канал. Жмите колокольчик, чтобы не пропустить последние новости.